28 человек погибли, еще более 50 пострадали в результате возгорания и взрыва поезда на центральном железнодорожном вокзале Каира. В интернете опубликовали жуткие кадры произошедшего. На них столб огня вырывается на платформу. Напуганные пассажиры начинают выбегать с вокзала по лестнице. Предварительной причиной ЧП называют неисправность тепловоза. Он выехал из депо на огромной скорости, врезался в отбойник на вокзале и загорелся. Позже огонь перекинулся на соседний поезд и само здание. Известно, что россиян в числе пострадавших и погибших нет. Склифосовский. Новые серии. Утро доброе. Доброе утро. Что делать у вас посторонний мужчина? Посторонний? Сегодня в 21:00 на канале «Россия».